Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу показать вам гортензии в сравнении, как они розовеют. Заехала специально в Garden Center и вот покажу вам. Вот это гортензия Фантом. Видите на этикетке? Вот такая она, такие нежные у нее соцветия, огромные и более ажурные, не сильно набитые. Вот это Фрес Мельба. Видите, какие у нее красивые конусообразные, яркие соцветия. Little Lime. Моя Little Lime больше насыщенного цвета. Здесь на солнце они немножко выгорают и становятся вот такие бурые. Это Бобо. Вот стоит этикетка. И это гортензия Limelight. И всем известная ванила, ванила фрез. Ну, вот такое коротенькое видео я решила для вас снять. Просто потому, что я заехала в Garden Center купить состав. А вот красивый еще сорт. Я так думаю, это что-то типа White Lady. Может быть, не могу сказать, здесь нет подписи. Либо какой-то другой сорт. У меня есть похожие бабочки, вот такие же крупные бабочки. Сейчас я залезу вниз, там, где этикетка, и посмотрю, какой же это сорт, потому что у меня есть очень-очень похожая гортензия, сорт, который я не знаю. Да, посмотрела я этикетку. Это гортензия Grid Star. Смотрите, какие большие у нее цветочки пропеллера, огромные. Моя все-таки немножко отличается, и у моей еще зубчики, поэтому на вот этих больших соцветиях, на больших цветах у моей еще есть зубчики, поэтому мою гортензию определили как White Lady. Моя очень похожа вот на эту, но у этой гортензии, я вижу, на лепестках зубчики отсутствуют.